А Софочка, до вас снова посетители. А это точно до меня? Так и не знаю, они спросили, где же эта гадина. Здравствуйте, а ваш банк дает кредиты под честное слово? Здравствуйте, мы даем кредиты, конечно, с радостью и без проблем. А если не верну? Тогда вам будет очень стыдно, когда представитесь перед Всевышним. Да, это когда еще будет? Как только в срок. Допустим, до 5-го. Не отдадите? Так 6-го вы представитесь. В полнолуние надо показать денежку Луне и сказать: месяц, дружочек, наполни кошелечек. А, товарищ министр финансов, у вас есть еще какие-то предложения? Абрам, сколько лет, сколько зим. Как дела? Как дети? Ой, мой Арончик закончил вуз и теперь работает в органах. Ой, Абрам, не верю. Твой Арончик и в КГБ. Шо? Почему в КГБ? Он гинеколог. В суде. Рабинович, вы уклонялись от уплаты налогов именно таким образом, как рассказал прокурор? Совсем-таки нет. Но его схема таки очень заслуживает внимания. Изя, слушайте сюда. Я прочитал столько всего плохого о влиянии алкоголя на человека, что надо с этим все-таки завязывать. Шо, с выпивкой? А нет, так и с чтением.